Boy, I'ma make you love me, make you want me, and I'ma give you some attention tonight. Follow my intuitions, what you wishing? See, I'ma keep you up all night for a long time. So start counting away. Break me off, show me what you got, cause I don't want no one anymore. Break me off, show me what you got, cause I don't want no one anymore. Break me off, show me what you got, cause I don't want no one anymore. Break me off, show me what you got, cause I don't want no one anymore. Привет, меня зовут Аида Пашаева, мне 22 года, и надеюсь, я буду участницей конкурса Miss Russia in Thailand 2014. Коби Эльбас, хозяин Tulip Group, предложил Центара Гранд Протамнак провести конкурс. Мы, конечно, с удовольствием подхватили эту идею и решили ее реализовать. Всем привет, меня зовут Мэри, мне 28 лет. Я второй раз участвую на таком конкурсе. Первый раз это было давно, еще в 2004 году, где я заняла мисс очарование. Я из Республики Казахстан, города Актобе. Я профессиональная модель. До этого участвовала в конкурсах красоты, выигрывала номинации мисс топ-модель, мисс фотогеничность, мисс модельного агентства The Fashion. Мисс Бикини. Участия в подобных конкурсах, к сожалению, у меня не было, потому что я всегда стеснялась, и сейчас я пришла сюда в первую очередь, чтобы победить свою стеснительность. Моя подруга скинула ссылку в Фейсбуке насчет этого конкурса. Она сказала, почему бы тебе не попробовать в нем поучаствовать, так как у меня очень такие интересы. Я все время пытаюсь где-то поучаствовать, какую-то фотосессию снять. Мне очень это нравится. Вот, она говорит, вот этот шанс для тебя будет хорошим. И я решила попробовать, почему бы и нет. Я уже поучаствовала, можно сказать, уже на кастинге. Были вопросы, задавались вопросы, на которые я искала ответы очень долго. Вот, продепилировали, спрашивали, чем я увлекаюсь, чем я интересуюсь. Вот, попросили подготовить портфолио, которое я предоставила. Вот, ну, ждем теперь вердикта. Я безумно хочу победить. Ради этого я и участвую. И даже самое главное не победа, а участие, потому что какой опыт тебе предоставляет этот конкурс. Ты встречаешь многих людей, ты знакомишься с кем-то, то есть, как бы, да. Участницам всем желаю достойно пройти сквозь это испытание и не облажаться. Этот конкурс еще будет проходить, наверное, 2 месяца, поэтому это такой немаленький срок. Вот, а участницам, наверное, красоты побольше, уверенности, чтобы не волновались, чтобы чувствовали себя номер один. Наша главная задача – сделать девушек счастливыми и сделать великолепный праздник для всей Паттайи.